саженцы и рассады георгины помпонный Петрус Вединг, необычный однолетний сорт. Его высаживают для украшения клумб и участков. Растения хорошо приживаются и быстро развиваются на любых почвах. Вырастают до 65 см в высоту. Георгины будут более крупными и прочными, если использовать опору. Единственное условие для обильного цветения – не допускать заболачивания грунта и обеспечить хорошее освещение, а недостаток полива Петрус Вединг переносит легко. Цветы этого сорта крупные, полностью белые, до 10 см в диаметре. Они имеют форму шара, а каждый лепесток свернут вдвое и расположен симметрично остальным. Растения можно выращивать для среза, соцветия плотные, долго сохраняются в воде, хорошо сочетаются с другими цветами любых оттенков. Георгина помпонная Петрус Вединг – это однолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.